Необычная благотворительная акция на минувшей неделе прошла при поддержке фонда «Мост». В формате квартирника творческие люди Челябинска выступили с разнообразными номерами. Ну а публика взамен поддержала подопечных фонда. Мы просили, чтобы было больше мажорных нот, нежели минорных, потому что в прошлый раз мы все-таки как-то ушли в минор, и было очень так все трогательно, хотелось плакать. А в этот раз мы стараемся как раз-таки сделать упор на позитив, на то, что все-таки делает добро, это не что-то печальное, а наоборот, это все-таки позитивное, и своими силами, своими действиями мы можем изменить мир к лучшему и помочь тому, кому это нужно. Я время от времени, конечно, стараюсь участвовать в благотворительных концертах, я считаю, это задача любого хорошего артиста, помогать своим творчеством нуждающимся людям. На самом деле, помогать и благотворительность, это есть в каждом, это нужно обязательно делать, развивать свое добро и открывать свое сердце. Вечеринки здесь вот эти проходят, фонд «Мост» организовывает, собираем людей. И здесь настолько душевная атмосфера, здесь такое ощущение, что ты пришел домой, вот к семье, к маме, к бабушке, к братьям. Здесь очень круто. Дружеский формат, благотворительный характер вечера никак не отражается на качестве номеров. Каждый артист по полной выкладывается на сцене. Даже те, чья профессия не предполагает выступление на сцене. Зачем мне люди без изъяна? Зачем луна? Зачем огни? Зачем? Душа внутри хромает, мечтает много о любви. Да, в обычной жизни я врач, врач-косметолог. На данном квартирнике я не являюсь врачом, не ищу пациентов. Я именно хочу поддержать музыкой, да, выполнить, исполнить три композиции на фортепиано. Немножечко радости разбавить. И, да, я не профессионал, но как могу, так помогу. Композиции выбраны Beatles, Yesterday. Также выбрана более современная рима из кинофильма «Сумерки» и непосредственно дым из кинофильма «Роберта». «Smoke gets in your eyes». Я в жизни выступал один раз. Это было очень смешно. Я теперь знаю, что когда выступаешь, надо желательно снять микрофон, не прилипать вот так к стойке. Да, что такое стендап? Маленький человек в большом городе, да, теряется. Когда просто человек начинает рассказывать о своих проблемах, да, это всегда смешно. Это Чарли Чаплин еще придумал, да. Просто будьте собой, все люди сами по себе смешные. Кстати, у меня жена, ее зовут Галия Дамировна Набиуллина. И при этом она единственная во всей нашей семье православная христианка. Как это произошло? Она когда была беременна, и какая-то подружка сказала, что у ребенка должен быть, ну, ангел, обязательно хранитель, поэтому надо какой-то религии прибиваться. Иудаизм мы сразу отмели, да, потому что иудаистка Галия Дамировна Набиуллина даже для нашей семьи как перебор будет, да? Этот квартирник по-своему уникален. По заверениям организаторов, здесь отсутствуют посторонние затраты или скрытые расходы. А все вырученные средства пойдут на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подробности можно получить на сайте fondmost.org.